Так, ну и поехали, друзья-товарищи. Мы тут на клатч ситуацию заруливаем моментально. Похоже, что здесь очень интересная и потная игра. Тут Копер на поставленной бомбе. Вокруг домика со спрейдауном справился со своим. Делает счет 7-7 для своего коллектива. Ну и последний раунд первой половины нас ожидает. Как тут события-то развивались? Фрага. Ну, вот единственное, непонятно, конечно, кто сторону выбирал, кому тут что удобнее. Ну, фрага забрала пистолетный, два антека, скорее всего, там форсы были, потому как... Ну, хотя, может, и не форсы. Забрали девайсный, забрали сливной, потом проблемки из трех раундов перевернули, когда экономика вернулась, опять проиграли, потому что у них были проблемки по экономике сдвоенная эко, когда экономика вернулась, опять раунд взяли и опять слили. Ну, вот, конечно, такое. То есть, по большому счету, все, что выигрывали фраговайт, это против пистолетов на пистолетном. Один девайс, на это молодцы. Здесь играли против людей без экономики в двух раундах. Второй девайсный и третий девайсный из семи раундов. Ну, нормально. Нормально. Три девайсных. Четыре. Один пистолетный и три сливных. Все поровну. Так, ну и на последний раунд, кстати, денег не остается у фраговайт. Рискуют они этот самый раунд отдавать. Правда, несмотря на то, что быстро в близкой позиции погибает человек. А почему у нас четвером играют визеры? Где пятый? Что за дела? Умер, пошел курить. Я даже не заметил, был он вообще или нет. Так, ну и здесь массированный выход у нас на точку А. В принципе, пока что перекрестный огонь есть, но вот эти вот раскидки дымами заставляют деф ничего не видеть. Тем не менее, подходит из змейки спина и две головы повесил. Ну и ситуация 2 в 2, причем у Хабиби или Хабиджи остается P90, который ему не поможет в этом раунде. 3 килограмма. Интересно только чего. F7, прыжок надежды? Нет. Прыжок вверх не сделал, с балкона через дым не рискнул, не понимает, где второй его оппонент. Второй оппонент приходит, говорит, давай постреляемся поближе, и в эту дуэль выигрывает. Это был Копер. 8-7, тем не менее, в пользу Визор сторону атаки они забирают. Паузу тут прожимают, надо нам будет пятого, я так понимаю, подождать. Насколько долго это продлится, непонятно. Сейчас пятый зайдет, пишет Копер. Окей, ждем. А, вот тут мне пишет судья, что были какие-то проблемы с заходом, но так как у нас время ограничено, скажем, сегодня надо три тура сыграть, то им позволили вчетвером. То есть они откатали, ну непонятно сколько на самом деле вчетвером, и даже половину выиграли. 2 минуты, пятый идет. 1 минута. Окей. Окей, подождем. Так, ну и мне тут накидывают результаты параллельных игр еще. Quality и Convert только начали играть. Но мы двигаемся по верхней части сетки. Так, рестарты у нас пошли, я так понимаю. Я не знаю просто, сколько пауз выбрали уже визоры. Ну, будут четвером пистолетный раунд играть. За атаку еще может невелика потеря играть четвером против пятерых, но вот за деф, не имея среднего звена, тут как бы будет им маленько не с руки закрывать эту половину в свою пользу. Ну, технического характера проблемы. Хотя так бы вот если в пятером играли, то, наверное, могли бы неплохой результат показать. Ну, посмотрим, может быть, и это будет эпическая победа вчетвером против пятерых и максимально обидная для их оппонентов. Пока, в общем, разбираются с разменом преимущественно для себя, теперь вдвойне преимущественно для себя, теперь втройне преимущественно для себя. Просто вчетвером берут и забирают пятеру фрагвайт, фрагавайт, и в этот момент заходит пятый. Welcome. Welcome, братка. Где ж ты был? Прикиньте, ему бы сейчас экономику насыпала первая половина. Это же не ваш. Лол, ахаха. Ну, кстати, давайте сделаем скрин на всякий случай. Где у меня кнопка-то принтскрин? Боже ты мой. На чё она забита?
А, эта программа ее занимает. Лол. Не делается, короче, скрин. Ладно, будет видно на стриме, кто зашел пятый. Но тут просто, если в заявке чувака этого не присутствует, нет возможности сейчас это проверить, а может быть и есть у судей, то будет техническое поражение, как-то бесполезно мы будем досадить. Ну, давайте посмотрим. Сражение обещает быть жарким, потому что вчетвером пистолетный раунд вроде как бы затащили, девятый для себя взяли, а против форса оппонента Фрагги Вайт не смогли ничего сделать, визор и... Как бы так обидненько немножечко раунд отдают. Так, ну ладно, смотрим. Смотрим, что будет. По факту. По факту того, что происходит. По факту того, что происходит, у нас полностью слинный раунд. Не хотят в рейдж форсы заходить в визор, понимая, что привернувшиеся экономики, скорее всего, поборятся. Ну и пока этот самый полностью сливной раунд довольно четко забирается. Одной лишь только потери, хотя вот плохо отбивается парень из-за куба. Но и ему наваляли. Был это копер как раз-таки. В общем, максимум дамага и максимум неудобств. Боже, что это за ник? Тикан, сакан, сыкан. Кикан, кукан. Короче, беда с ником у человека. Сейчас посмотрим. Вес, гусь, фиг, бут, боб. Бус, джи, дра. Это вот такие ники у парня. Ну, то есть, такая, знаете... Мозговая деятельность, зацикленная на придумывание слов или каких-то ников из трех букв и не более. Джа, бро, джи, гуга, уэ. Забил и решил из четырех букв теперь сделать. Не знаю даже, как это читать. Так, ну и первый контакт у нас на змейке. В пользу хутора, хайтера. И моментальный размен в яме. Ну и пытаются здесь... Пытаются здесь нащупать, кто, сколько и где стоит атака. Тем временем звено точки А они уже теряют, а вот с дропрумом разбираются четко. И по этому моменту стянули одного человека, вот как раз-таки хоппер, переходящий от точки А до точки Б. Ну вот по таймингам не соблюли, скажем так. ВП не успела на лонг, а из дропрума быстро не выходили. Как только дымом перетяжечку закрыли, так моментально начинают и Б оккупировать. Но последняя ВП, любимая... Ничего не смог сделать, при первом открытии ментально заспрейли в голову. Эх, и 10-й раунд для визор. Просто почему смотрим эту игру? Могли бы сделать паузу, но вот победители этой пары как раз таки встретятся с победителем с той командой, которую мы смотрели до этого. Хейтмания. В полуфинале, поэтому... Чего просто так ждать? Давайте посмотрим, как здесь все будет. Ну, в принципе, может быть, даже мы и в расписание уложимся. В полдевятого полуфинал начнем. Хотя, я думаю, пока демки зальют, немного задержимся. Так, ну и у нас решили в Tech9 Дигл и Трикалашниковых сыграть. На быстром выходе на точку Б закрывают дымами куб с одной и с другой стороны. Только лишь когда начинает этот самый дым подходить к концу на не совсем приятном тайминге для контров, когда можно было бы уже и расслабиться, вроде как и не выходят, раскинули, но скорее всего ушли, вываливаются фрака и делают вещи. Пока ветер по точке Б, но вот позиция спины, и ее никто не ждал. И вот только теперь, с третьей попытки она... Выбивается, ну и АИМ один против твоих на свитче АВП. Первую голову ставят, а втором оппоненте информация присутствует, и одного, и второго. Ну и диффуз бомба, 11-9. Хотя вот я не успел увидеть, почему он сразу же посмотрел на ворота. Но раунд, тем не менее, берет. Два раунда преимущества. Спасибо за инфу. Интересно, кому? Чудно, чудно, ладно. Стоит там потом будет посмотреть, почему он именно за камень смотрел на парня.
хотя тот мог оказаться где угодно. Но предыдущий просто контакт... Все смотрели на лонг, все пытались убить парня, заходящего в спину, и вроде как бы на коннекторе еще лежал дым, но тем не менее... Аим взял и посмотрел туда, хотя к этому ничего не располагало. Ну и пока у нас атака, в общем, думала, что и делать. Здесь контрагрессия от дефа по замку, и проблем особых они не встречают. С потерей уже двоих, но против последнего 3 килограмма борются, который вываливается на точку Б. Но минус он, распилили на двоих вместе с Дмитрзом. Ну и 12-й визор. Двенадцатый визор для себя берут. Не совсем понятная игра. Как-то прям, оказавшись впятером, жестко лучше себя почувствовали. Тактическая пауза от коллектива фрага White. Потому что у нас еще где-то присутствует фрага Red, которая играет... И которая уже не играет. Сейчас посмотрю, как у них дела. Да, фрага Red и Конвир. А, нет, Quality и Конвир, Фрагарет вылетели. Какие дела. Друзья, не забывайте про конкурсы. Сегодня, напомню, вот не после этой игры, а после следующей будет разыграна АВП Азимов от торговой площадки Kingwin, где вы можете купить игры со скидками. Также там, я знаю, присутствуют всяческие Kingwin кейсы, которые можно пооткрывать, и это выходит дешевле, чем в самой игре Counter-Strike. Ну и это самое АВП. Подробности этого конкурса можете найти по ссылкам в чате. Модераторы постоянно ими спамят. Перейти в группу, сделать репостик, подписаться на группу Kingwin Россия и стать, возможно, будущим владельцем этого авика. Анпауза, пообщались. Пообщались, ждем лайва. Так, ну и поехали. Поехали, предыдущий раунд атака играла на трех калашах. Теки, Дигле и... А, или нет, или просто форс у них был. Похоже, что да. Ну и тут неполноценный бай, близкая встреча на миду. Кстати, звено с бомбой потерялось на этом самом миду. Бомба шла второй, и теперь приходится точно так же удачно, как и начинался раунд для команды оппонентом, разбираться в фраге с теми двумя товарищами. Они это делают, но вот опять-таки соблюдают довольно-таки вязкие и долгие тайминги, пытаясь здесь просто-напросто своих оппонентов на более открытой дистанции, может быть, перетяжки, хотели поймать того же самого копера, который бы перебегал на плент, но стоя просто-напросто под балконов, одного дальнего со змейки встречает, второго в полупозиции, бомба на открытой, игра против трех, еще и с обходящими в спину, 3 килограмма, понял, что вообще происходит и как он разминулся со своими, в кавычках, друзьями-товарищами. Ну и против троих, выходя с балкона или с двери, будет стреляться сложновато, поэтому поджидает момента, когда же... Даже все-таки кто-то к нему на контакт придет. Никто не спамил, сейчас заспамят. Посмотри еще опять. Так, ну и первую дуэль себе находит, понимает, что, возможно, будут разводить и синхронно открываться. В принципе, так и происходит, с отвлечением внимания на позицию под собой, его разводят, и человек с плента завершает головошотом этот раунд. 13-9. Все хорошо у Визор по вернувшемуся пятому тиммейту. Я, честно говоря, не знаю, сколько они вчетвером отыграли в первой половине, но вот даже ее выиграли. Если бы играли впятером, думаю, здесь бы все... быстрее закончилось. Ну а пока решили форсы удариться, фраговать. Не хотят они 14-го отдавать своим оппонентам. Не пяди земли врагу. Ну и оставили, в принципе, под полноценный бай деньги. Настолько много их у них было. Не захотели с галилами, с раскидами делать этот раунд. Сделали стеками и арморами этот раунд. Но опять-таки...
по скорости. Что-то невообразимое сделали. Вроде как бы десантирование в дропрум уже было, а Лонг не собирается никуда идти. Да еще и человек в спине, который чекает и не дочекал эту спину. То есть по факту человека отпускает. Если бы тот просто на него забил, то звено стоящих на Лонге было бы сейчас мертвым, горизонтальным и холодным. Ну тут оно идет лапы к врагу, и Купер... Купер делает ветер. Но правда в одного. Хутор. Последний против АВП и сотого... Сотого Купера. Подождите, а какой ник? А, это... Септ Лав Купер. Любовь. Любовь-морковь в команде. Главное, чтобы не однополая. Хотя... Такими штуками занимались... На моей памяти в последний раз только Tempo Storm и Luminosity Gaming на финале какого-то турнира, недавно прошедшего. Две бразильские команды. Ну, не знаю, насколько теплые отношения между этими оппонентами. Но у нас ситуация один в один. Но вот конкуренцию дальней дистанции против Калаша не выдерживает Хутор. И распрей в него как раз-таки от того самого Купера приходится точно в цель, в душу. И 14-й... 14 раунд для коллектива Визор. Так, ну и смотрим. Полноценный бай, но, правда, без ВП, видимо, надежды на него уже никакой не сохраняют, тем более, что... Тем более, что попытка сыграть на точку Б... Так, ну и оставляю только лишь одного. Здесь будут прорываться, но вот все зависит от разменов, опять-таки. Ну, довольно-таки прямолинейный раунд, на самом деле, к которому Визор целиком и полностью готовы, причем... Готовы изначально. Ну и вот этот план капкан с составлением спины может, кстати, и сработать, потому что звено Змейки и Ямы работает довольно-таки агрессивно, нагло и близко, ну и все срастается. Все срастается, выходит дропрум, правда, АВП сначала одного на лонге, потом одного из дропрума съела, и два немобильных АВП, одно без ХП, и теперь одно даже и без жизни. Безжизненное. А им? Вот, друзья, ссылки в чат полетели, поэтому переходите и участвуйте. Розыгрыш будет после следующего БО1, после полуфинала. Сегодня разыграем АВП Азима от Кингвин. Завтра от рулетки ksomg.pro эмочку Hyperbeast. Поэтому во время финала это все будет. Ну и плюс завтра появятся ставочки для финалистов. Можно будет залепить на команду, за которую переживаете или болеете. Посмотрим, как это дело пойдет. Так, ну и сильно пикает бомба. Тут бы ниндзя диффуз, но эту самую бомбу не отпустил. Хутор до последнего боролся и даже выживет. 10-14, шанс на камбэк по-прежнему фраги сохраняется. 15 они не отдают. Расчет на то, чтобы его не отдавать, оправдался. Что за стадия турнира? 1-4. Так, ну и свалили. Экономическую яму коллектив Вейсер, тем не менее... Вейсер, Визер. Тем не менее, грешат они закупочкой, во-первых, пистолетов дорогостоящих, во-вторых, еще и арморы. Несмотря на то, что легкие, но были. Но довольно четко, длинно, на длинных дистанциях, держа на длинном поводке, свои позиции по выходящим контактно разрулили товарищи из фраги. И в этом моменте узнали горе только двое. Хутор и тот самый Сухин. Ну, я думаю, вряд ли он циксен, потому что это совсем головомойка для языка. Будем называть его Сух. Сухин. Так, ну и опять-таки приходится еще один, точно такой же, как и предыдущий раунд, проводить коллективу Визор, потому что на полноценный бай у них не хватило, и хотят довольно-таки плотно в следующем закупиться. Я вот только не знаю, куда Купер копит... Копит мани-мани. 7500 у него. Я не знаю, но я думаю, что мы увидим плеточку в следующем. Что-то мне подсказывает именно этот разворот событий, потому что по 2400 здесь добавят, у него будет 9, ну, либо какой-то от него раздроб. Так, ну и первую позицию съедают.
Вот Септа. Номер один преф. Ну, я тоже всегда туда стреляю. Ничего неожиданного. Ну и опять-таки, примерно повторяющийся предыдущий раунд, правда, в том, скорости увеличили и потеряли двоих, здесь уже с потерей одного максимально замедляется, проносится бомба в точку Б, будет ставиться, естественно, двухпозиционный контроль за стрелом собственного тиммейта, понимает, что 3 килограмма нервничает, дергается, извиняется, видимо, таким образом. Ну и раунд будет забираться, вот где у нас гуляет квиз. Квиз гуляет в спине с П250. На него бегут двое, а Кикони по полям, но благо справляются со своей стрельбой, тем более, что еще и вдвоем соорудили эту самую стрельбу. 12 раунд для коллектива Фрагвайт. Кайксен или Цайксен. Это вот попытка угадать или что? Я думаю, нужно придумывать нормальные ники. Тем более, что парень никак не может определиться все-таки, какой у него ник. Постоянные смены. Будет сух. Ну и критически важен. Важный раунд и для тех, и для других. Опять-таки, что по деньгам. По деньгам оставляют себе задел на следующее. То есть, как минимум, раздроп 5-7-ов мы увидим. Или CZ-шек от Купера. Поэтому, в общем, шансы здесь у дефа сохраняются. Ну и у атаки тоже. Но единственная плохая новость для Фраги Вайт будет то, что они матчпоинт отдадут. Поэтому лучше бы за этот раунд поцепляться. Торчит уже спина, надо ее отстреливать, но не сегодня. Не сегодня, говорит Аим, четко встречает голову, отстрел по дроп-руму. И вот единственное, что здесь за бомбой надо вернуться, а там связочка из двоих. И последний, сильно каленый, опять-таки 3 килограмма оставшись. Ничего уже не сможет сделать. Очень серьезные проблемы у Фраги Вайт по центральной части раунда после первых разменов. То есть не могут они никак скоординироваться. Но постоянно поджимающий визор должны были к этому вроде как фрага привыкнуть, но и отстрелить не могут, и привыкнуть не могут. Матчпоинт. Матчпоинт и визор рискует выйти в полуфинал сегодняшний. Так, ну смотрим, под флешечку отлично вывалился тот самый Суксн. Суксн. Куксн. Тем не менее, разменчики приходят, и опять-таки у нас борьба в спине. Просто на Камчатке развитие событий, потому что основная опора уже делается на точку Б. Но вот посмотрите, где валяется бомба, как всегда. Это просто вот... А зачем? Зачем ее настолько далеко сбрасывать? Ну и приходится за ней возвращаться, несмотря на то, что точка Б оккупирована. Но правда, полнота информации присутствует, что АИМ далековато и, скорее всего, уже никуда не пойдет. Плюс у него есть развлечение в виде одного из оппонентов, которого он по визуальному контакту отпустил и не понимает. То ли тот полностью целиком на него забил и ушел сейвить ну, какой-то свой ган, да, то ли все-таки хочет выбить его. Ну и АИМ первого встречает. Пошла бригада большинства, уже за ним. За ним в разведку. Уже один в один. Троих отстрелил, четвертого отстрелил. И вот, оставаясь в раунде 1-4, справился абсолютно со всеми, раскрутился. Невынужденные ошибки совершил. Совершил звено атаки, несмотря на то, что раунд взяли и бомбу поставили, но. Беда, печаль здесь. По экономике, не оставляют себе никакого засвета, ну практически никакого засвета, в следующем раунде по 1900 даст, а это значит, что даже до 4000 не давали, то у самых богатых, а у самых бедных и того хуже будет, то есть там примерно будет 2 тека и 3 калаша, и даже без раскидов, если этот возьмут. А что я несу, господи, 15 же уже отдали, все, никаких прав на ошибку фраги нет. Если проигрывают, то экономики стоит не думать. Все, Габелла, ГГВП и хавайся в бульбу. Тем не менее, даже с преимуществом в себя разменивают. Почему нам автодиректор показывает какого-то парня на точке А? 2 в 2. Выбивание. Сильно натопал человек на лонге, откинулся флешкой. Примерно представляя, что его тиммейта пушат, но его тиммейт не пушили. Вот как раз-таки тот самый человек на лонге, именно AKGG.
пострадал. Ну и все, 16-й приплыл. Приплыли, суши весла. Визор забирают еще одну игру, оказывается, в полуфинале, счет 16-13, мы их с этим и поздравляем, ну и коллективу Хейтмания. Они, я думаю, что максимально быстро судьи разберутся с демками, и мы с вами минут через 15, может быть, посмотрим уже полуфинал. Это будет заключительная игра на сегодня, на этом не попрощаемся, потому что будем разыгрывать ВП Азимов от торговой площадке игр Kinguin, и вот после этого только попрощаемся. Поэтому, друзья, далеко не разбегайтесь, ждите следующую игру, переходите по ссылкам в чате, выполняйте условия розыгрыша, слушайте музыку, совсем скоро вернусь с полуфиналом.